Всем привет, я Нокс. Это вечерний завтрак. Собираюсь на работу, только недавно проснулась. Весь день продрыхла, потому что работаю в ночь. И это очень странно, что работаешь в ночь, сознание полностью перестраивается, и ты, кажется, живешь в каком-то параллельном мире. А вы как думаете? Кто работает ночью, ставьте лайки. Я вам всем сочувствую, потому что мы немножко в другой жизни. Я сегодня шла к метро, все идут на работу, а я такая с работы и думаю, куда же вы так бежите? Она же закончилась, работа. Как-то так. Сегодня у меня пирожок с нектарином. Еще таки не пробовала. Да вот, испеклись. Бутерброд с запеченными овощами, со спаржей мои летние запасы из морозилки, всякие приправы, майонез, кетчуп, горчица. Очень хочется сытного чего-то. И немножко кунжут сверху посыпала. Помидорка. Обожаю помидоры. Жаль, сезон заканчивается. Придется переходить на капусту. И немножко винегрета у меня там. Пью кофе. Чайничек чая там где-то отдыхает. И что я читаю? Вот, у меня сейчас три книги, но сегодня я читала, скажем так, свою любимую кулинарную энциклопедию. Вот, я тут о том ямах и всем таком. Потихонечку движемся к концу. Обожаю просто кулинарную энциклопедию, миллион раз говорила. Вот, еще у меня на прочтение вот эта книженца. Сейчас мне предстоит большая повесть. Последний коммунист. Наверное, буду ждать выходного, чтобы начать наш прекрасный русский язык. Я взяла почитать, если вдруг что-то не зайдет, вот такую вот книжечку Коба Абе. Почему Кома? Коба Абе. Чужое лицо. Я не очень-то люблю восточную литературу, она для меня слишком мрачная и депрессивная. Депрессивнее, чем Достоевский, уж поверьте мне. А вот, не знаю, может быть, зайдет. Сейчас осень, возможно, нужно читать что-то депрессивное. А вообще, жду выходные, хочу куда-нибудь выбраться, а то последние 2 недели я практически живу дома. Дома на работе, дома на работе. Точнее, большей частью даже на работе. Пишите, ставьте лайки, особенно те, у кого вся жизнь проходит на работе. Давайте там это помандим в комментариях, поноем, как мы это любим. Всем хороших книг и вкусной еды. Пока-пока.